Когда-то в пустыне египетской жил удивительный подвижник – Мемнон. Еще в юности он пришел сюда, чтобы служить Господу и святыми подвигами сделаться чистым жилищем Святого Духа. Борясь с искушениями строгими, трудами постничества и постоянными молитвами, преподобный Мемнон одержал победу Духа своего над плотью. Через время избран был святой в начальнике над монахами в одной из египетских обителей и очень мудро руководил свои братьей, помогая им молитвой и советами. Но суровых подвигов своих святой подвижник так и не оставил и был награжден Господом обильным даром чудотворений. Своей животворящей молитвой он исцелял безнадежно больных. В совершенно сухом месте в пустыне святой Мемнон низвел обильный источник воды. А когда на земли египетские налетела саранча, пожирая все посевы, от чудотворной молитвы преподобного все насекомые тут же погибли. Даже на далеком расстоянии святой Мемнон слышал призывы о помощи и помогал. Так моряки, терпящие крушение далеко в море, взывали молитвами к святому, и море успокаивалось. Даже когда по смерти своей вознесся дивный угодник Божий на небеса, лишь призвав его святое имя, люди получали исцеление, прогонялась саранча и разрушались всякие козни духа нечистого. Двенадцатое мая. День памяти преподобного Мемнона Чудотворца.